Действительно, ветераны труда, цель передачи вот именно исторического наследия подрастающему поколению, ветеранам труда и ветеранам вооруженных сил, и ветеранам боевых действий, я вижу основа, воспитательная основа все равно. И в каждой семье и вы есть старшее поколение, которое молодежь с уважением относится и перенимает очень многие повадки, даже слова перенимает от старшего поколения. Вспоминая себя, как я ходил в школу, также у меня были воспитатели, приходили в школу еще те живые ветераны Великой Отечественной войны. Нас также водили на предприятия, вот именно ознакомливали с предприятием в городских, находящим на территории города. И вот и передача нас опыта ветеранов труда, опыта ветеранов вооруженных сил. И закладывалось в воспитательный процесс, что я и стал, как говорится, вырос, возмужал и стал таковым. Ну и хочу отметить, что наш здесь круглый стол, да, способен, нужно объединиться, чтобы воспитательный процесс молодежи передавался в правильном русле. Тут же и надо использовать и духовенство, действительно, чтобы оно передавало, потому что и большой опыт имеется, и у казачества, как защитника Отечества, самого казачества защита Отечества, и от трудовых ветеранов, передающими опыт, трудовой опыт, тем более наш город весь строился на базе градообразующих предприятий, это большие предприятия завод «Аскольд» и завод «Прогресс». Ну,